Алена. Да, здравствуй. Привет, написано Александр. Это мой муж. Я понял. Так, Алена, мы знакомы? Нет, нет, я прошла вот 14 поток и пошла на этот пост. Так, выключай, пожалуйста, этот самый... Громкость полностью, да, выключить? Не громкость, вообще выключай трансляцию вебинара. Ага, хорошо. У тебя будет фонить, накладываться, не будет слышно. Сейчас я выключу. Все, выключен. Все, отлично. Так, мы не знакомы, но вы были на 14 сезоне. Да. Отлично. А с чем пришли на 14 сезон? Пришла совсем с чем только можно, то есть с симптомами, с тревогой. А можно поподробнее? У меня вообще уже очень много лет, вот я считаю, тревожное расстройство с 19 лет, мне сейчас вот уже 39 лет, но периодически я как-то с этим справлялась. Подожди, Аленочка, давай поподробнее, я же тебя не знаю. Можно мне кратенькую историю? С 19 лет считаю себя больной, и можно поподробнее? Ну, может быть, это смешно покажется. У меня было такое, что я услышала от своей тети, что очень страшно обследоваться, лучше не знать, что, ну, тогда будет гораздо лучше. И вот как-то я тоже, это мне все в голову хорошо вошло, и как-то вот была такая ситуация, что я у себя нащупала какое-то уплотнение на животе, и все, и посчитал, что это у меня рак, там всякие ужасы. Это во сколько было лет? Да-да, это слышно? Сколько вам лет было, когда вы мне было 19 лет. Нащупали в 15? 19. 19. С 19 лет да. Вы нащупали уплотнение и подумали, что это рак. Да. И через какое-то время, ну тогда бурная жизнь молодая была, то есть то я забывала про это, вспоминала, но обследоваться не шла, потому что я считала, что самое страшное это обследоваться и узнать о том, что какая-то страшная болезнь. То есть лучше не ходить и не обследоваться. Ну, маразм, я понимаю, но... Нет, тут тогда еще было, тут да. Нет маразма, тут даже, в принципе, нету невротической патологии. Дальше. Ну и все потом через какой-то период времени у меня, я стала ощущать вот как бы болезненность в этой области живота, так сказать. Ну и все, я уже думала, что у меня что-то, вот какая-то болезнь. Потом я стала замечать, что когда я отвлекаюсь, еду куда-нибудь на море, там, или какие-то у меня там отношения, еще что-то появляется, это у меня все проходит. Я, ну тогда же ни интернета, ничего такого не было, но все-таки я начала понимать, что это психическое, что это психологическая проблема. Ну и вот и так вот ты жила, то начинаешь зацикливаться на этом, то забываешь про это, то зацикливаешься, то забываешь. Потом в 2009-м родила ребенка. Впервые, кстати, тогда пошла вообще к врачам, сдала кровь, хотя мне так... Подожди, то, а с чем? Подожди, страшно. Давай, подожди, подожди, не торопись. Итак, в 19 лет нащупала уплотнение, гуляла, жила нормально, потом в какой период стала тревога подниматься? Ну, она у меня тогда и была, просто тогда были очень бурные молодые годы, и периодически это забывалось. Нет, понятно. Я не знаю, как объяснить, то было, то не было, вот знаете, вот в таком плане. Так, а когда стала тревога проявляться, чтобы она стала вас беспокоить? Ну, вот она тогда уже и начала, просто периодами. Я стала замечать, что весной и летом мне намного лучше, осенью, а зимой. А хуже-то вот в чем? Вы же начнется... не думали только про эту шишку-то? Вы же о чем-то, на что-то другое жаловались еще? Нет, я вот только про это и думала. Вот у меня зацикленность была на этом. То есть и периодически два раза в год вы возвращались к мысли о том, что у вас все-таки рак? Да, потому что когда я начинала, вот, ну, проблема какая-то в жизни появлялась, допустим, или осенью, вот у меня уже от погоды начиналось вот это состояние, я сразу вспоминала про то, что у меня там что-то есть, и у меня начинало болеть. Сейчас, остановись, пожалуйста. Ага. Продолжи, пожалуйста. Ну, и еще помимо этого было очень много сопутствующих вот, проблем в плане того, что вот этот стыд, то есть я на работе всегда стеснялась. Вот, допустим... Не-не-не, подожди, 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 подожди. Про симптомы. Вот, вот вы рассказываете свою историю, что с 19 лет вы стали наблюдать за собой периодические возникающие тревожные состояния по поводу уплотнения на животе. Вы начали беспокоиться о том, что это новообразование и рак, от которого люди умирают. Но да. Поскольку ваша родственница говорила, лучше не знать, крепче будешь спать, а от рака как раз-таки умирают именно в такой концепции, то есть, когда, понимаю, да, то есть когда люди, наоборот, не обследуются, не удаляют новообразование на первых этапах,
они как раз-таки торжественно и умирают на четвертой стадии, потому что вот такие, как ваша тетя, они не ходят к врачам и не советуют другим. И это как раз-таки дорога в крематорий. Вот. И вы периодически пару раз в год возвращались периодически к этим с переживаниям. Правильно я вас понял? Да, и знаете, я вот еще вспомнила, что когда мне было 15 лет до этого, это уже предпосылки были, мы приехали в больницу с папой, в поликлинику в обычную, сидели в очереди, зашла женщина на прием, а потом ее вынесли на носилках, закрытую полностью. Вот это на меня произвело такое неизгладимое впечатление, что я стала ужасно бояться вообще ходить в больницу. Если она была закрытая полностью, с чего взяли, что это была она? Ну, я так решила, что это я решила так. Ну, вот видите, как вы формулируете, видите, как вы формулируете логику. Вот ваша логика. Это, в принципе, на планете Земля, особенно в России, очень типично. Зашла женщина в кабинет. А потом, через какое-то время, из этой же двери выехала тележка или каталка, да, с чем-то. Да. Мы не знаем, что было там. Мы не знаем, что произошло, что и кто, или был ли там вообще человек, и что там было внутри. Но вывод был сделан, что это была та самая женщина, которая зашла. Да. Вот это и есть типичное мышление типичного человека – и эмоциональный интеллект как раз-таки с этим и борется. Потому что на самом деле вы не знаете, что было на этой каталке. И был ли там вообще человек. Да, и знаете, вот тогда, когда мы поехали и сели в машину, я испытала что-то вот наподобие панической атаки. Но у меня был какой-то сильный страх. Понятно. И у меня зацикленность произошла вот на страхе смерти. Потом я помню, что раньше вот эти похороны же, они были всегда на... Вот если идешь, допустим, по улице, идет траурная процессия, они несут гроб, да, и играет вот этот оркестр. Ну, у нас в городе, по крайней мере, так было. Я бежала, сломя голову, я куда-то убегала на другие улицы, лишь бы не слышать, там уши себе затыкала. Вот это вот в детстве. Я вот сейчас вот, когда слушала вас, я начинала копаться, откуда мне это все. Не надо ничего копаться, мы не кладоискатели. Копаться не нужно. Не нужно копаться. Ну, я просто вспомнила. Хорошо, я вас услышал. А когда же стали проявляться ваши основные жалобы? Не могу справиться с постоянным... Подожди. А на сезон-то ты пришла явно не с траурным оркестром. На сезон-то пришла-то с чем? Я пришла. Вот я... У меня публичная профессия. Вот в прошлый раз писала. Работаю адвокатом. И очень сильно вот стыжусь. Всего, я не знаю, вот боюсь показаться какой-то смешной, боюсь, что вот, допустим, я плохо скажу, другой вот, допустим, оратор скажет намного лучше меня. Но это не только вот в работе, это везде, в личной жизни. Вот, ну, я могу покраснеть вот за секунду. Угу. Из-за чего? Вдруг я сама себе придумала, что мне стыдно. Вот просто. Потом начинаю думать, почему тебе стыдно. А это автоматически срабатывает, я автоматически краснею. То есть я всегда везде стыжусь, вот при любом... Вот, в любой ситуации, где что-то вот нестандартно. Понятно. А что такое зарабатывать? Вот ты пишешь, что зарабатываю меньше других. Ну, потому что мы же гонорары сами себе устанавливаем. И я вот беру по нижней границе нормы, так сказать. А, ну, другие адвокаты могут быть в 3-4 раза больше. И не париться так с клиентами. Я это все понимаю, отслеживаю, но я не могу по-другому. То есть они... Ну, просто, да, вот, грубо говоря, взяли 100 тысяч. Хорошо, ну вот два раза я понял, Но вот ты была на 14-м сезоне. Мы обсуждали, как все эти эмоции создаются. Мы говорили, особенно на 14-м сезоне, про вину очень-очень много. Про страх остаться одной, про страх быть осужденной. Вот про это на 14-м сезоне очень много говорили. Да. Что из этого ты помнишь и что из этого ты... делала? Ну, я еще, видите, я сейчас вот нахожусь в декрете, поэтому у меня не было так много возможностей, вот, допустим, вот это все применить на практике. Как это не было у тебя возможности применить на практике? Ну, я имею в виду, если вот, допустим, на работу, да, выйти и там вот это все применять. У тебя же, как ты говоришь, чувство вины, оно везде. Как это не было возможности применить на практике? Ну, стыда. Больше, по большей части, вот стыда, вот у меня чувство стыда именно. Нет, как это не было возможности? Ты что, была изолирована от людей? Ну, допустим, знаете, вот обычная же жизнь, когда я дома с мужем, у меня так много, ну, я не испытываю чувство стыда, я его испытываю вот именно с другими людьми, с незнакомыми.
с клиентами, там, в магазине, еще где-то. Ну, вот просто. То есть в магазин ты не ходишь. У тебя стыда вообще не было после 14 сезона, потому что у тебя не было таких обстоятельств. Ну, таких сильных обстоятельств, чтобы я вот прям сильно стыдилась, не было. Я работаю над собой, говорю себе все это, потом уже в спокойном состоянии сразу говорю. Но вы знаете, когда, допустим, я нахожусь в судебном процессе, вот я вот сейчас вот просто представлю, да, я понимаю, что я еще не смогу так быстро справиться. И мне нужно сейчас встать и выступить. У меня сразу вот, знаете, я все, у меня перелопается там в голове, все изменится, я не могу вот даже просто встать и спокойно говорить, мне нужно обязательно это все читать, я не могу, допустим, от себя выразить. После 14 сезона вы выступали публично? Публично нет. Почему? Я вот сейчас вышла, потому что я в декрете, и вот сейчас с июля я вышла на работу, пока что у меня еще не было заседания. А что вы поняли благодаря 14 сезону по поводу образования эмоций стыда? Но я считаю, что у меня это все из детства. Да вы что, серьезно? Кто же вам сказал на 14 сезоне, что у вас стыд из детства? Ну, по-научному, да, что это я просто вот уже про себя говорю. Вообще, так как же вы создаете? Когда сравниваешь себя с другими. Как же вы создаете стыд? Вы вот на 14 сезоне что делали-то? Ну, как вот в целом хотя бы выглядит концепция ваша личная? Ну, вы что-то делали же на сезоне, вы как-то думали об этом? Да, и сейчас, да, это все прохожу, все записываю. Ну, расскажите, что вы записываете, что вы проходите, что вы поняли для себя про стыд. Я просто должен понимать, на каком мы уровне находимся, что происходит со стыдом у нас, а насколько вы понимаете, что происходит. Ну, я себя сравниваю с другими людьми. Да. Вижу, в чем-то, что они в чем-то меня превосходят. Например? Ну, я считаю, допустим, что они меня умнее. По каким критериям? Потому что они красиво говорят. Допустим, человек красиво выступает, хорошо говорит. А где вы с чего взяли, что человек, который красиво говорит, он умнее? Да, я понимаю, что это мое заблуждение. Но такое же заблуждение вашей логики, как выезженная тележка из аудитории. Да, верно. А вы адвокатура занимаетесь уголовной или гражданской? И уголовное, и гражданское. Очень странно, вы занимаетесь уголовной. Там же логическая причинно-следственная связь очень важна. Да, я понимаю. Ну, понимаете, там в процессе уже знаешь, вот как человека защитить, уже же мы с ним прорабатываем. Не знаю, как вам объяснить даже. Ну, я понимаю, что вы прорабатываете, но как бы смысл-то заключается в том, чтобы доказать причинно-следственную связь или ее отсутствие. И я там очень много логики, дедукции и так далее. Почему вы эту логику, дедукцию, которую применяете к работе, не можете применить к себе? Что нет никаких доказательств, что если человек хорошо выступает, что он умнее меня, например. Угу. Вот сравниваю себя с кем-то. Еще что происходит? Ну, я начинаю смотреть, что человек раскован, он себя, ну, он как рыба в воде, да, себя ведет, он там не переживает. А я уже себе сижу и накручиваю, что вот я сейчас встану, я опозорюсь. И а начинаю... как вы опозоритесь, подождите, конкретнее? Покраснею. А что начну взяли, что если вы покраснели, то это позор? Ну вот именно вот с краснотой у меня вообще большие проблемы, потому что чего я вы взяли, что если хочу? Вы посмотри, что если вы покраснеете, то это означает, что это позор. Это не означает. Нет, вы-то чего взяли? Зачем вы себе противоречите? Вы говорите, если я покраснею, я понимаю, это позор. Что... Это вы в это верите, а на основании каких убеждений, товарищ адвокат, вы можете себе объяснить, что если вы покраснеете, это доказывает, что вы плохой человек или плохая женщина. Докажите мне это. На основании каких-то кодексов, статей, гражданских, там, я не знаю, там, городских, где вы, еще это, там, человеческих, еще вы это взяли, что если человек покраснеет, то это о чем-то говорит. Кроме как об особенности его физиологии, эмоционального восприятия и капилляров кожи.
где ваша адвокатурская логика, где причинно-следственная связь, потому что когнитивная терапия – это способность вести диалог с собой и договариваться с собой, аргументируя. Очень, кстати, вот когнитивная терапия, она очень похожа на адвокатуру с самим собой, где вы ведете, как называется у нас это, сократический диалог. Да. Да, где ваш сократический диалог с самим собой? Да. Что да? Судебные прения, можно сказать. Где эти прения с самой собой? Вот вам пришла какая-то мысль в голову. Где эти прения? Чего-то этих прений не вижу. А как тогда чувство вины и эмоции будут уряжаться и менять свою интенсивность, если этих, собственно говоря, прений-то и не происходит? Я вот сейчас хочу полностью собой заняться. Я вот выхожу на работу, и поэтому хочу. Я вот и решила, что я пройду эти сезоны, да, сейчас точку роста. И вы поймите, что ни сезоны, ни точку роста надо проходить. Как какие-то там, я не знаю, огонь и воду, и медные трупы. Вы должны заниматься. Да. Но вы услышите вы меня. Вот это многих касается. Вы не прослушать должны. Вы должны заниматься ежедневно. Ходить, сука, с бумажкой и говорить: так, как я сейчас себя стыжу? Как я сейчас себя тревожу? Ага, вот так я себя, сука, тревожу. А как бы можно было бы здесь рассудить по-другому? Или когда эмоция началась, раз, пауза. Стать так, спокойно, подожди. Как ты сейчас интерпретируешь ситуацию? Опять взяла бумажку, опять начала. Работать надо над собой ежедневно, а не слушать сезоны. Алексей, я это делаю сейчас. Но не похоже, что вы это делаете. Расскажите, как вы это делаете. Я просто, видите, у меня сейчас жизнь такая обыденная, семейная, с маленьким ребенком дома. Вот. А что вы делаете тогда? Расскажите. Ну, мне сейчас какие-то, вот, знаете, вот моменты, когда на ребенка гнев, я сразу начинаю вот первую вот эту заварку, сразу прорабатываю, говорю с собой и днем, и потом вечером это все записываю. Но именно. Ну, вот такие бытовые вопросы. Ну вот, пожалуйтесь, не могу справиться с постоянно возникающим чувством стыда. Где у вас постоянно возникающее чувство стыда? Это первый вопрос. Это мешает коммуникации с другими людьми, личной жизни и на работе. Как это мешает в личной жизни? Второй вопрос. Третий вопрос. Из-за этого зарабатываю меньше других, потому что вы просто не берете больше денег. Опять же, это связано с этим чувством вины. Я пытаюсь с вами подискутировать. Как вы создаете чувство стыда и как вы создаете чувство вины в повседневной жизни? Вы мне торжественно уже несколько раз сказали, что у меня этого сейчас нету. Тогда возникает вопрос, о чем мы говорим? Ну, видите, я сейчас на пороге того, чтобы выходить на работу, поэтому, извините, если я, может, не совсем корректно написала, но и в жизни... А с чем вы хотите поработать, если вот сейчас нету чувства вины и чувства стыда? Вот сейчас какая проблема? Да, у меня все равно есть в ежедневной, моей повседневной жизни. Ну вот, допустим, пример вчера могу привести. Угу. Я по телефону разговариваю, вот проходит 10 минут, а мама в соседней комнате, она говорит: ты не устала разговаривать по телефону, хватит тебе уже. А я вот первый раз, допустим, сегодня с подругой решила поговорить. И у меня вот этого чувства стыда, которое сразу вот мама... Как вы его создали? Давайте разберем ситуацию, хотя бы в банальном смере. Итак, ситуация. Что там у нас? Разговариваю по телефону, мама недовольна, говорит: почему ты долго так говоришь по телефону? Подожди. Разговариваю по телефону с кем? С подругой. Вот эта ситуация, да? Разговариваю по телефону с подругой. Мама что говорит? Мама говорит: ты там не устала разговаривать по телефону, хватит уже говорить. Мама говорит: хватит разговаривать, да? Да. А вы говорите по городскому? По сотовому. По ее, да? По своему почему? Почему по своему? Вам в 39 лет предъявляют претензию, что вы по своему мобильному телефону говорят. Я правильно вас услышал? Да, правильно, да. И вы считаете это здорово? Я нахожусь у мамы на даче. Нет, я считаю, что это нездорово. Но, где бы вы ни находились, я считаю, что это тяжелая патология. Ума, прежде всего. Еще раз вам говорю. Вы говорите по собственному мобильному телефону. Да. Вам 39 лет. Вам мама говорит: не устала ли ты разговаривать по мобильному телефону, и вы испытываете чувство стыда.
Я вас услышал правильно? Да, все верно. Да. Все верно. Так, итак, разговариваю по телефону с подругой. Мама говорит, хватит разговаривать. Эмоция, стыд. Вина, да? Что там еще у нас? Стыд, вина, правильно? Да, стыд и вина, да. Хорошо. Итак, что у нас есть между ситуацией и эмоцией? А, подождите, ведете вы себя как у нас? Реакция, да? Телесная реакция, покраснение. Правильно? Да. Что-то не похоже, что вы это даже разбираете. Итак, телесная реакция, покраснение. Поведенческая реакция какая? Вы заканчиваете телефонный разговор, ну, да? Я буквально, да, 3 минуты говорю. Ну, да, а то мама расстроится. Заканчиваю разговор. И что еще вы делаете? Ну, все, иду делать домашние там какие-то. Домашние дела. Задания вы идете делать. Угу. Понятно. Странный вы адвокат, я вам скажу так. Домашнее задание. Как вообще адвокатуру выбрали? Мне просто интересно вообще. Как вот люди так вот живут? Мама за вас выбрала адвокатуру. Какая умничка, молодец. Она вообще в курсе, что дочь немножко про другую историю-то, нет? И да и вообще у меня стыд-то тоже за маму весь, я это прекрасно понимаю. Mm-hmm. Потому что она всегда раньше говорила, когда девушка вообще была, когда вот еще училась. Рука-лицо просто. Допустим, даст мне задать, ну, какое-то написать исковое заявление, я там напишу, ветер в голове, ну, так, плохо. Она мне говорит, вот это глупость, это стыд, и все такое. В детстве там я еще. Хорошо, давайте вернемся к вашей схеме с мэр. Угу. Я люблю свою работу, я люблю свою работу. Аффирмации начались у меня. Итак, ситуация. Разговариваю по телефону с подругой. Мама говорит, хватит разговаривать. Вы испытываете стыд и вину. Реакция покраснение. Ребят, все проверяйте, пожалуйста, схему СМЭР, правильно ли вы ее поняли, правильно ли вы ее ведете хотя бы на таком простом элементарном уровне, ну да, а кто об этом в курсе. Значит, покраснение, телесная реакция, заканчиваю разговор, поведенческое действие и, соответственно, иду делать задание тоже поведение. Между ситуацией и эмоцией, что у нас стоит в схеме? Алена. Ну, мои мысли о том, что... Так, автоматические мысли, да, какие-то у нас идут? Они... Эти да, мысли, да. Собственно говоря, и создают у нас что? Создают чувство стыда. Умничка. Эти мысли создают у нас чувство стыда и чувство вины. То есть вовсе не сама ситуация, что мама там что-то сказала, вовсе не сама ситуация, что мама там о чем-то нам там говорит, или то, что там вы говорите по телефону. То есть не эта ситуация. А ситуация то, что вы, как вы подумали о том, что мама сказала. Так как же вы подумали? Как вы успели проинтерпретировать этот момент? Пожалуйста. Мама будет недовольна. Так. Мама недовольна, да? Да, я нахожусь у нее на даче. Я создаю ей неудобства. Чем? Ну, тем, что я говорю, а мой ребенок бегает, он, допустим. Я не смотрю так сейчас за ребенком. А увлечена разговором. Там, знаете, даже вот сложно вот эти мысли автоматически, это вот просто срабатывает. Надо потому что тренироваться. Никто не сказал, что эти автоматические мысли вообще вычленять легко и просто. Красиков Алексей задрался вам говорить про то, что этим надо заниматься. Просто так. Вы никогда не сможете увидеть вот так вот просто эти автоматические мысли. Вот так вот просто все вот эти хотя бы базовые вещи. Понимаете, эмоциональный интеллект, он занимается помимо когнитивной схемы СМЭР большим количеством философской и поведенческой коучинговой темы. Я сейчас просто взял вот просто модель СМЭР из когнитивно-поведенческой терапии классика жанра. Даже на этом уровне уже есть много вопросов. Итак, мама будет недовольна. Мама должна быть довольна или не должна? Ну, в моем понимании, да, должна быть. Мама уже для нас все делает, она старается. Ну, вот это все у меня. То есть у вас убеждение должествования, я не должна, что? Я не должна делать маме неприятно. Да, я не должна создавать дискомфорт маме. Да. Понятно. И все, что связано с дискомфортом для мамы, это говорит о том, что я какая? Плохая дочь. Плохая дочь. Мне кажется, ваша тема с финансами очень тесно переплетается с дискомфортом для клиентов, вообще с дискомфортом для людей. Мне кажется, тема дискомфорта
И тема создания дискомфорта для вас достаточно проблематичная. Потому да, что вот. когда вы возьмете побольше денег, вы интерпретируете, что вы создали у человека дискомфорт. Да, я каждый раз думаю про людей, что а вдруг у них денег мало, и вот как для чего вот. Поэтому я... возьмите ручку и запишите слово дискомфорт. Я пишу. Вообще адвокат, который боится дискомфорта, это, конечно, интересно. Поэтому вообще тяжело работать. Да, конечно, тяжело работать, потому что вы в эту профессию пришли или кто? По-моему, мама в эту профессию. По-моему, мама в эту профессию пришла, а не вы. Ну, просто хотели, чтобы я вообще судьей стала. Я выбрала наименьшее из зол. Какой? Судьей? Да. Вы что, серьезно? Ну, у нас родственники. Боже, хорошо, что вы не хирург и не врач. Вот я серьезно говорю. Нет, я бы не смогла. И хорошо, что вы не судья. Вот, в принципе, это очень типичный показатель. Ну, давайте, если сейчас вот отойти от мелочей, да, мы сейчас вернемся, Алена, вот к СМСР. Угу. Алена, я хочу, чтобы вы просто поняли, что такое невротические расстройства, вот так вот крупно, чтобы понять, крупно вот так вот, да. Вот крупно – это то, а живете ли вы вообще своей жизнью? Да. Живете? При этом вы в 39 лет боитесь говорить по мобильному телефону. И это вы говорите, что вы живете своей жизнью. А ну, вы работаете на той работе, где вам дискомфортно и не очень про вас. Вы живете своей жизнью. Вы в этом правда так верите в это, да? И вы, я больше, чем уверен, что, половина... я больше вот... чем уверен, что вы действительно считаете, что вы живете своей жизнью. Я думаю, что вы действительно считаете, что все у вас в порядке. Но вот это ваше хроническое чувство тревоги, вот это ваше хроническое невротическое возбуждение, оно связано с тем, что как раз-таки вы хронически не живете, а существуете так, как нужно маме, и так, как не доставить людям дискомфорт. Да, и вы называете... не только маме, а всем людям. И вы называете это свободой. Я вас правильно понял? Вот вы мне сейчас говорите, я живу так, чтобы не доставить всем людям дискомфорт. Я живу так, как нужно маме, я живу так, как мама хочет, и я называю это свободой. Я вас правильно услышал? Я работаю не там, где я выбрала. Мне интересно, а мужа она вам выбирала? Нет. Вы очень удивили сейчас меня. Но там, судя по всему, тоже вопросы с дискомфортом и так далее. У меня возникает вопрос, а вы вообще делаете так, как вы хотите, а не так, как не доставить дискомфорт людям? В семье, да. Я в чем-то бываю эгоистом. Это понятно. Именно в семье, с мужем. Но дуальность-то все-таки должна уравновешивать, что даже такой человек, как вы, в чем-то должны быть эгоистом. Да, и мне иногда за это стыдно. Тут я не сильно удивлен. Поэтому, если говорить крупно про ваше тревожное напряжение в целом, то я бы говорил, что в целом не очень похоже, что вы в целом, вот крупными мазками, живете так, как вы бы хотели. Другое дело, что вам решать, как вам жить. Давайте вернемся к вашему СМЭРу. Итак, вас хотя бы одно убеждение давайте возьмем. Я не должна создавать дискомфорт маме и окружающим. Если я создаю дискомфорт, я плохая дочь. Что вы думаете вообще об этом убеждении? Ну, я считаю, что это, конечно, маразм. Ну, почему? В чем маразм? Потому что я взрослый человек. Я вправе поступать так, как я хочу. Я приезжаю к маме в гости только добровольно для того, чтобы в чем-то ей помочь. Но также я не должна свои права какие-то, ну, свои дела откладывать. И я должна свободно заниматься тем, чем я хочу. А почему вы кладете трубку, если мама... Вообще, вот представляете всю глубину патологии? В 39 лет... Ну, то, что за вас выбрали профессию, это как бы одна история. Это одна беда, это ладно. Но вы представляете себе глубину патологии семейного инцеста между матерью и дочерью, где мать вообще даже в принципе не парится на тему того, что она может сказать 39-летней дочери «хватит разговаривать по мобильному телефону». Вы вообще представляете всю глубину тяжести ситуации?
Теперь да. Ну, Я как-то просто... и мне вы говорите, что у вас все хорошо. И тем не менее, вот меня тянет к маме, вот мы к общению с ней. Ну, конечно, инцест, он тянет к маме. А мама тянет к вам. Это тут даже сомнений нету. О том, что мама любит вас понасиловать, а вы любите подчиняться. Ну, сейчас вот я и пытаюсь, вот что-то объясняю. А теперь мне к вам вопрос. А как вы пытаетесь не снимать штаны и не наклоняться раком перед маминым фалосом? Как вы я, это... Как я вы ей это... разъясняю. Так, что? Что в каких-то моментах она перегибает. Вот. Ну, то есть... Ну, понимаете, вот мы как-то... А вы думаете, разъяснение для такой шизофренно-патологической матери... Ну, не шизофренно с точки зрения шизофрении, так это классифицируется. Для такой подавляющей матери разъяснения они помогут? Ну да, она у меня человек такой... Это может быть, ну, я ярко как-то выразила, все-таки... Она в каких-то моментах очень, ну, так реально мы с ней общаемся, как подруги, в каких-то моментах. Просто она может себе позволить вот так сказать, и я почувствую вот это чувство. Она это может сказать, позволить себе вот так сказать, потому что она может позволить себе, в принципе, руководить вашей жизнью. Где вам работать, кем вам быть, и с кем вам говорить по телефону, и как долго. И все, что вы сейчас рассказываете, никакого отношения уже никуда не имеет. И она действительно ваша, как вы правильно сказали. Вы там одно целое. И любые попытки мои интервенции попытаться вас растянуть будут вызывать у вас жесткое а. сопротивление, б. мамину контрреакцию, с. вашу контрреакцию. И это, в принципе, не так уж и просто. Потому что симбиотическая связь матери и дочери достаточно непростая психологическая патология. Можно, конечно, дождаться, пока мама откинется, понимаете? И, в принципе, эта связь, может быть, и разорвется. Но если предположить, что ваша мама долгожитель, и я искренне желаю ей здоровья и долгих лет жизни, то, возможно, это никогда не случится. Во всяком случае, вам будет уже там глубоко за 50. И здесь нужно будет понять, что вот это ваше чувство... Текс. Началось сопротивление, естественно. Даже у вас все время такая история. Когда мы начинаем говорить об очень важных психотерапевтических моментах по скайпу даже, вы не представляете, пропадает связь. И я не могу объяснить этот феномен. Я это зафиксировал еще в 2011 году. Можете себе представить, ребят? Можете себе представить? Алён, вы здесь? Да, Алексей, сейчас немножко тут связь пропадала. Я понял. Я не сильно удивлен. Удивительный феномен. Вот кто-то просил про метафизику, да? Когда мы приходим к очень важным моментам, в которых очень много защитных реакций, даже по скайпу начинает пропадать связь. Вы не представляете. Это с 11 года такая история. Это удивительно. Я не могу это никак объяснить вообще. Но у меня это постоянно происходит. Алён, значит, смотрите. Предлагаю вам разделить вашу консультацию и терапию, в принципе, на два больших лагеря. Потому что я понимаю всю тяжесть там ситуации, как бы. Смотрите. Одна история. Можно работать локально с убеждением, могу ли я причинять людям дискомфорт. А другая большая работа связана с симбиотической связью с матерью. Я вот лично от вас не чувствую мотивации и желания отрываться в этом симбиозе. Почему-то я считаю, что вы не очень этого хотите, б, способны на это. Ну, на всяком случае, на данный момент я не чувствую у вас ресурса, что вы хотите. Знаете почему? Вот, Алексей, правильно говорите про ресурс. Я просто сейчас, вот мне нужно это все понять, да. И осознать. Вот, и у меня, да, сейчас приходят вот эти осознания, вот вы мне сказали. Я думаю, что вы через какое-то время... наберетесь какого-то там ресурса собственного, да, и вы действительно придете, возможно, к внутреннему желанию начать не просто говорить: мама, мне не там как-то вот, да, а сказать: мам, я сама решу, как долго мне говорить по мобильному телефону. Вот чтобы на это быть способной,
требуется очень много ресурса в вашем случае. Понятно, что мама позволяет себе выбирать за вас профессию и говорить, как долго вам говорить по телефону, потому что она, ну, по-другому с вами взаимодействие не представляет. И, конечно, когда вы ей ответите, что вы сами решите, как долго вам говорить по мобильному телефону, я могу представить широту ее глаз и могу представить глубину ее удивления и обиды. Ну, такое уже было, и было действительно, как вы говорите. То я есть, понимаю, поэтому я хочу, чтобы вы поняли сейчас мне глубоко, чтобы иметь психологическую способность сказать, не надо меня трахать, мама, я больше не хочу, или, переводя с психоаналитического на человечий, я сама решу, как долго мне разговаривать по моему мобильному телефону с моей подругой, только на один это, только на одно это требуется очень много ресурса. И он базируется на одной простой философии. Что я выберу? Мамину обиду и мамину невротическое непонимание, либо право жить собой и своей жизнью. Сейчас я не чувствую вас ресурса, что вы хотите жить своей жизнью. Я не чувствую у вас возможность сказать «нет». Это первое. Поэтому ваша психотерапия, если говорить широко, если бы была моей клиенткой, и вы бы занимались у меня там в офисе, да, по пятницам, ну, грубо говоря, то мы бы с вами достаточно длительное время бы вели сложную психоаналитическую, когнитивно-аналитическую беседу с точки зрения разрыва симбиотической связи с матерью. Потому что чувство вины и обиды, оно как раз-таки там и создано. Если говорить попроще, исходя из того, с чего можно начать, вот такие вот простые прикладные рекомендации к вашему кейсу, это работа хотя бы над убеждением про дискомфорт. Имею ли я право и могу ли я создавать людям дискомфорт? Вот давайте здесь чуть-чуть подискутируем. Что вы думаете про то, что люди могут и иногда создают дискомфорт для своих родных, близких, там, незнакомцев? И что вы вообще думаете о том, о себе в том числе, по поводу дискомфорта? Ну, то есть я сейчас говорю именно уже как правильно. Нет, вы вообще просто поразмышляете, что вы думаете о дискомфорте. Что вы думаете о том, что вообще мы создаем дискомфорт, я, вы, кто угодно, я, ты, мы. Мне неудобно всегда беспокоить людей, что они, вот если вот говорить, как вот оно есть, меня, то есть неудобно. Даже, допустим, я могу людям сказать, мне кто-то скажет, давай я тебе там что-то сделаю. Я говорю, да не надо, я сама это сделаю. Это все понятно. Вот смотрите. Напрягался. Вот давайте так. У вас есть листок бумаги? Да, я пишу все. Супер. Вот запишите мне, пожалуйста, сейчас 7 поведенческих тактик, как вы себя ведете. Первое. Наверняка вы не говорите «нет», да? Очень трудно. Да, ну пишем первое. Не говорю «нет». Второе. Что еще можно выделить здесь? Стараюсь что? Не создать трудностей, да? Стараюсь не... Да, другим людям. Стараюсь не создать трудности. Третье. Что еще можно написать здесь? Алён, давайте сам, сама давай. Да. Ну, говорю, что я сама справлюсь. Верно. Хочу другим. Говорю, сама помогаю. Справлюсь. Подожди. Да, сама справлюсь, это беру все на себя, да? Да, беру все на себя. Пишем, беру все на себя. Алён, потом это берусь, сейчас кстати, вот этот список, который мы сейчас пишем, тебе потом надо написать прям крупными буквами на холодильнике. Итак. Говорю все сама, беру все на себя. Записала? Да. Молодец. Четвертое. Я причем, знаете, при людях... Подожди, без философии не сбивай меня и себя. Четвертое. Хорошо. Что еще?
Итак, не говорю «нет», стараюсь не создавать трудностей, говорю, беру все на себя. Четвертое. Не поручаю, да, кому-то что-то. Ален. Да, не делаю. Давай сама. Себя, то есть. Пожалуйста, сама. Да, давай, слышно? Тушься. Алена. Да-да-да, ну я думаю, просто волнуюсь. Че ты волнуешься? Ты уже 39 лет, уже поздно волноваться. Тебя там ебут во все дыры, понимаешь, мама с фалосом. Уже поздно волноваться. Ты либо с этим хочешь, либо не хочешь работать. Уже поздно волноваться. Волноваться надо было 18, когда ты говорил «да, мама». Даю другим людям поблажки в отношении себя. Там. Молодец. Как эти поблажки выглядят? Ну, допустим, снижаю стоимость моих услуг. Иду на уступки, напишем. Если так, говорить. Да? Напишем так, иду на уступки. Да. Супер. Вот вам сейчас, кстати, пример коучинговой сессии в анализе. Иду на уступки. Шестое. Давай еще парочку. Что тебе свойственно делать? Тебе свойственно просить о помощи? Нет. На чем молчим? Да, не прошу помощи. Мне кажется, я знаю больше за тебя, да, защитных механизмов, чем ты. Не просить помощи. Когда ты делаешь выбор, ты с кем советуешься? Ну, если мы касаемся работы, то мне сложно сделать выбор, чтобы я боюсь клиенту сделать плохо. Я поэтому могу ночами сидеть в интернете, смотреть там практику и так далее. То есть я очень щепетильно отношусь к этому. Это знаешь, с мамой сейчас уже давай паузу сейчас сделаем. Я прихожу к моему бывшему бухгалтеру. И я говорю, послушайте, вот тут вот такая ситуация, мне вот там патент, не патент, налоги, не налоги, а как мне лучше поступить? И знаете, какой ответ? Ой, ну смотрите, в принципе, можно вот так, но не знаю. Ну, в принципе, можно и вот так, да. Ну, вообще, конечно, правильно было бы вот так поступить. Но вот тут еще, вот знаете, вот в принципе, можно вот так, конечно, сделать. Я даже не знаю, можно, конечно, и так. И я сижу через 15 минут и говорю, что это за пиздец такой вообще? Похоже? Ну, я при людях так не говорю, я сама с собой. Вот я поэтому и очень сильно удивлен сегодня. Итак, значит, давай еще раз. Не говорю «нет», стараюсь не создавать трудностей, беру все на себя, не делегирую, не поручаю, иду на уступки, не прошу помощи. Седьмое. Как принимаю решение? С мамой советуюсь? Да. Ну, не всегда, но в каких-то моментах. Ну, да, советуюсь с мамой в 39-то лет. А чё нет-то? Советуюсь с мамой. Давай про маму здесь сейчас чуть ужестим, про маму. А что тебе свойственно, когда мама просит или мама хочет? Когда мама высказывает свою позицию, точку зрения. Ну, бывает раздражение. Нет, то, что ты на нее амбивалентные чувства испытываешь и любовь и ненависть, это точно. Потому что любая жертва насилия домашнего, пускай абьюза, да, пускай инцеста, пускай физического и морального насилия, оно, с одной стороны, испытывает к жертве, к агрессору ненависть и злость, а с другой стороны, испытывает к этому агрессору чувство глубокой влюбленности. И вот у нас с тобой такая вот патологическая история. Ты маму любишь и ненавидишь одновременно. Любишь ее потому, что у тебя огромное чувство вины и стыда вмененного, а ненавидишь потому, что ты заебалась, когда произошло, что тебя насилуют всю жизнь. Да, так и есть. Ну, я понимаю. Давай восьмое по маме. Ты еще обижаешь, что мне мама всегда выговаривает всякие вот... А брат, он как бы отсепарировался вовремя, он... Маме может и сказать, отрезать. Сказал, так отрезала. И мама на него злится, что он... Ну правильно. Мальчика трахнуть не... Я вижу, что...
Ну, понятно, мальчика трахнуть не удалось, поэтому, конечно, мама будет злиться, понимаешь? Вот мальчик сказал: мам, засунь ты свой стропон себе, знаешь, куда, сама. И он абсолютно красавчик. Я понимаю, что там скайп опять вылетел на этом самом сложном моменте. Чувствуете, как работает сопротивление? Вот мне спрашивали, кто вам ближе, Фрейд или Юнг? Буквально недавно. По-моему, вчера в трансляции в Инстаграм. Я сказал Фрейд. С точки зрения философии и мировоззрения. Но Карл Густав Юнг писал про феномен каталитической экстраполяризации. Когда у психоаналитика идет сессия, и они доходят до очень сложных психологических механизмов, у Юнга там начинали трескаться шкафы, падать книги какие-то, какие-то трески происходили в кабинете. И я думаю, что Карл Густав бы сейчас бы сказал бы, что это не что иное, как проявление феномена каталитической экстраполяризации, как он его назвал, когда у человека возникают определенные, когда в процессе диалога возникают определенные напряжения. Понимаете, вот видели этот феномен когда-нибудь? У меня это постоянно происходит, особенно это чувствуется в онлайн. Вот вам еще один хороший пример. Сейчас у нас Алена вернется, да, и по большому счету мы продолжим. Хотя, возможно, все гораздо проще. Алена может быть просто на даче, поэтому у нее просто хуёвый интернет. Ребята, кому интересен кейс вообще? Я понимаю, что я его чуть-чуть затянул, но он очень важный, потому что я никогда не разбирал кейс, по-моему, вот с такой симбиотической связью, если я не помню, прилюдно, ну вот на точке роста, да. Я не помню, чтобы я разбирал кейс с симбиотической связью. Я помню, что я это анонсировал, но я никогда не разбирал кейс вот в проекте «Точки роста». И вам, в принципе, повезло. Алло. Ален. Алена. Алексеевич. Да. Привет. Вы здесь, да? Слышно, да? Слышно. А, у меня связь пропадала, извиняюсь. Давай, я понял. Давай еще восьмое, что по поводу мамы. Когда мама что-то говорит или что-то делает, как тебе свойственно себя вести? Да. Что да? Выключи трансляцию. Что за такие вещи она говорит? Аленочка, выключи, пожалуйста, трансляцию. Выйди куда-нибудь, где есть интернет у тебя. У нас вот самый главный финал. Слышно? Слушай меня, пожалуйста. Восьмое. Как тебе свойственно вести себя с мамой, когда она что-то говорит? И вот, в принципе, вот эта метафора всей терапии симбиотической связи. Вот примерно такое сопротивление, оно вот и в терапии. Вот оно примерно такое же. Алена! Ну, смотри, какие вещи. Говорит что-то. Я соглашаюсь, мы с ней общаемся. Если, допустим... Так, я понял. Давай сейчас попробуем, чтобы Алена еще раз перезвонила. Если не получится, то мне придется закончить без нее. Сейчас мы еще раз попробуем выйти с ней на связь. Значит, смотрите, что я в терапии делаю. Во-первых, это пример классической коучинговой модели, да, в когнитивно-аналитической парадигме. Я начал с изучения пациента, чтобы понять, о чем идет речь, потому что я видел, что есть некоторые... проблема в самом начале с точки зрения того, что она написала, и того, что есть на самом деле. Есть некое противоречие, которое, в принципе, ей свойственно. Вот это то да, то нет, то хочу, то не хочу. Вот из-за этого волнение, да, и эта нестабильность. Это первое. Затем, когда я начал уже, попросил привести пример, да, начал сужать с более конкретными случаями, сразу стало все уже на свои места. Да, вот тут психологи есть. То есть, самый простой пример. Разговариваю по телефону с подругой. Мама говорит, хватит разговаривать.
И она идет и кладет трубку, испытывает стыд и вину, потому что искренне считает себя плохой, виноватой, что она создала дискомфорт, бла-бла-бла. Этого, в принципе, было уже более чем достаточно для специалиста, чтобы понять, о чем идет речь. Что речь идет об инцесте, ну, абьюсте, да, по большому счету. Дальше я понимаю, что симбиотическая связь с матерью на кейсе не рвется. Она рвется очень долго. Это годы, может быть. Насколько человек в терапии набирается вот этого ресурса. Я не знаю, есть ли здесь мои коллеги, кто занимался когда-нибудь симбиозом. Если есть, можете поделиться своим опытом или в комментариях потом. Да, это долго. Единственное, что бывает так, что пациент пришел на терапию, и он уже готов. Помните, я сказал Алене, что я не чувствую ресурса? Помните? Потому что ресурсный пациент, который приходит на терапию с этим симбиозом, он уже все понимает. Он понимает, что его, значит, мама там долбит с милой улыбкой на устах. Он понимает, что он устал от этого амбивалентного состояния. Я испытываю вину и испытываю гнев. И он приходит с вами: Алексей, помогите, пожалуйста, я не могу больше так жить. И тогда вот этот гнев, вот эта усталость, оно конверсируется в ресурс начать говорить «нет». Если вот этого состояния нету, ничего не получится. Все понимают, о чем я? То есть, вот если эта накипь поднята уже на уровень такого сильного напряжения и сопротивления к насилию, тогда это и есть тот самый ресурс, который скажет: «Мам, блядь, вот обижайся, плачь, бейся, сука, головой об асфальт, я не буду делать так, как ты хочешь. Я буду говорить по телефону столько, сколько я посчитаю нужным». Вот, чтобы привести пациента к этому ресурсу, требуются, в принципе, годы. И вообще это невозможно с точки зрения психолога. То есть психолог не может накрутить вот так пациента, чтобы тот начал испытывать якобы ресурс. Это всегда работа самого клиента. Поэтому в Алене, конечно же, этого ресурса нету. Чувствуете, да, что там он на дне буквально. То есть там, чтобы полилось через горлышко, требуется еще много-много-много-много времени. Я думаю, что не один год, возможно, в ее случае. Значит, как я пошел по стратегии терапии? Слушайте меня внимательно. Вообще интересно, нет вам? Вы здесь? Я понял, что симбиотической связью заниматься придется долго, упорно, методично, создавая ресурсную платформу, ведя диалог там и так далее. Но я решил дать ей конкретные рекомендации. Смотрите, что я сделал. Я попросил ее взять лист бумаги и выписать 10 или там условное количество поведений, которые она делает. Слышали это, да? И вот мы с ней выписали. Я не говорю «нет», стараюсь не создавать трудности для людей и мамы, беру все на себя, не поручаю, не делегирую, иду на уступки, не прошу о помощи, советуюсь с мамой, и, скорее всего, восьмое, она бы сказала, не отказываю маме. Она бы точно так бы нам и сказала. Не отказываю маме. И я бы ей тогда сказал и завершил бы ее кейс следующим. Я говорю: вот у тебя перед тобой 8 поведенческих техник. Если ты хочешь научиться диспутировать убеждения про дискомфорт, и если ты хочешь начать потихонечку расшатывать вот это симбиотическое чувство вины, то тебе придется начать ежедневно, с точки зрения коучинга, придумывать себе поведение, антиподы этих 8 поведенческих схем. А именно, начать говорить «нет», начать создавать трудности для мамы и окружающих, научиться не брать на себя все, а кому-то что-то поручать и делегировать, начать отказывать в уступках и назначать другие цены по факту, а научиться просить о помощи, замене и поддержке, научиться не советоваться с мамой и начать отказывать ей. Вот таким образом у нее перед глазами формируется уже поведенческая схема. Новая поведенческая схема.
А дальше ее тренер, ее коуч, психолог, наставник, терапевт, как хотите, начинает ее методично от сессии к сессии по этой схеме вести. Всем понятна тактика и стратегия? Вот вам, пожалуйста, задешево методика. Ну, как маленькая часть, но большой методики по работе с симбиотическими связями. Очень интересный кейс, очень практический на самом деле. Если бы Алена была на связи, я бы спросил, можно ли нам выложить это в YouTube, потому что он фактически, это фактически урок для психологов, особенно начинающих, по работе с симбиозом, потому что это очень сложная история, и многие понятия не имеют, что с этой женщиной делать вообще. Особенно, если она не в ресурсе, чтобы отталкивать, да, эту историю насилия. Алена, если вы с нами... Вы напишите, что вы думаете по этому поводу. Можем этот кейс выложить или нет? И, пожалуйста, ваши комментарии. Я не возражаю. Ну, спасибо вам большое. Я надеюсь, вы меня услышали. Спасибо вам еще раз. Жаль, что у нас со связью вот так получилось. Ален, вы меня поняли? Поведенческое вот антипод. Что вам придется выписать все эти вот выписанные 8 у нас схем, да? Я повторю. Вы должны наоборот смотреть на эту схему. И ежедневно научиться каждый день говорить «нет» принудительно. Научиться создавать трудности, принудительно создавать трудности для людей. Научиться и начать не брать все на себя, а поручать и делегировать. Перестать идти на уступки, назначать новые цены, убрать скидки и преференции. Начать просить о помощи и поддержке, если вам необходимо. Перестать советоваться с мамой. И не использовать и начать отказывать ей. Вот так вот в целом. Вот, там можно еще писать много стратегий. Ваш коучинг, ваша терапия должна быть как поведенческой, так аналитической, так и когнитивной. То есть сессия с вами строится из когнитивных оспариваний, отработки практики в жизни и аналитическим разбором вот этих вот детских моментов. То есть, в принципе, я думаю, что полгода регулярных занятий вот в такой вот трехмодальной системе приведут вас к тому, что вы действительно начнете отказывать и начнете держать дистанцию. Но последнее скажу, всех касается, Алена, вас в целом, имейте в виду, коллеги, психологи, психотерапевты, клинические психологи, кто занимается этой проблематикой, уважаемые пациенты, когда мы начинаем интервенции по поводу симбиотических связей, включается огромное количество защитных механизмов, потому что связь, она дуальна с точки зрения пуповины. То есть пуповина, она закреплена как у матери, так и у дочери. И когда начинается одностороннее оттягивание, психологические защитные механизмы начинают проявляться у каждого. То есть мама начинает чувствовать, что дочь начинает эту пуповину натягивать. И мать начинает использовать осознанно и неосознанно защитные поведенческие стратегии. Например, начать спекулировать своим здоровьем. Раз. Пишем. Вы столкнетесь со спекуляцией здоровьем. Затем вы столкнетесь со спекуляцией чувством вины. Затем вы столкнетесь с манипуляцией под названием «неблагодарная». Затем вы столкнетесь с манипуляцией молчанием. То есть мать начнет либо болеть, либо создавать у вас всяческие чувства вины, либо будет обвинять вас в неблагодарности, либо будет демонстративно молчать. Все эти и в комплексе поведения говорят о том, что эта мамаша психологически чувствует натяжение пуповины. И она будет всячески включать избрыкивания манипулятивные, чтобы только не произошло вот это отдаление. Она всячески будет пытаться это исправить. И это требует очень большого ресурса клиентского выдержать эту манипуляцию. Исходя из своего 10-летнего, почти 11-го опыта, скажу так. Не каждый пациент на это способен.
половина из 100% не могут с этим справиться, и они ждут, пока мама покинет сию планету. Поэтому прогноз очень сложный и спорный. Прогноз 50 на 50. Если говорить простым человеческим языком, то если мама заебла, ну, прям в конец, тогда прогноз благоприятный. Тогда этот гнев от этого насилия, видение вот этой несамостоятельности и бессилия, он конверсируется в ресурс начать выдерживать вот эту манипуляцию виной. Если мама как бы недостаточно заебла, и в принципе все это уже как бы стирается, сглатывается и так далее, то, скорее всего, такой пациент, как правило, будет тянуть до ее смерти. Поэтому здесь бывают некие середины. Как правило, такие пациенты выбирают середину. Они все равно слушают маму, они все равно делают, как она хочет, но как бы для себя договариваются, что мне так будет проще. Они говорят, что мне так будет проще, потому что я не хочу видеть ее там грустной, я не хочу слышать от нее этих слов, мне так будет проще. Тогда и заказа на терапию нет. Роберт, здесь ставим точку. Спасибо большое за этот кейс, он был действительно очень интересным. Как видите, симбиотическую связь не так часто приходится публично разобрать. И это действительно было полезно. Алена, еще раз вам спасибо. А эта ситуация, Настенька, она очень, в моей практике, она очень типичная. И тут не нужно удивляться, если бы вы посидели рядом со мной недельку, то вы бы поняли, что почему Алексей Красиков так часто говорит, что панические атаки и ВСД, и все эти лекции по неврозам, это смешно. Потому что вот то, что я вам сегодня показал, оно и является моей повседневной работой. И то я показал это, знаете, ну, в таком вот популярном формате, что ли, да? А вот ежедневно... Это не просто вот это. Вот если бы Алена была клиенткой, то мы бы ежедневно бы с ней шли бы по вот этим вот поведениям, по вот этим философским выборам, по вот этим вот моментам. Окей, давайте искать. Спасибо, я рад, что вам понравилось. Алена, еще раз отдельное вам спасибо. И, Ален, пожалуйста, задумайтесь именно о том, что вы хотите. Если вы не готовы сталкиваться с ее манипуляцией, то придется как-то приспособиться и подстроиться, да. Если вы чувствуете, что вы готовы наполняться вот этим ресурсом, отказывая, то придется заниматься. Нужно будет найти себе психолога, психотерапевта, который знает эту тему и поможет вам пройти через вот эти вот психологические непростые перемены. Ну и последнее по этой теме еще хочу добавить. Очень много клиентов ко мне приходят с жалобой «я не живу своей жизнью». И вот симбиотическая связь и вот эта вот патология, которую я сейчас вам рассказал, она как раз-таки очень часто является этиологией вот этой жалобы «я не живу своей жизнью», потому что, как вы слышали, за таких пациентов выбирают мамы. Мамы выбирают, как жить. Мама выбирает, с кем жить, мама выбирает формат, мама выбирает практически все, всю жизненную концепцию сына или дочери, полностью фактически управляя ее жизнью. И то, что там у этих людей есть какая-то часть самостоятельного выбора. Вот я, помните, у Алены спросила, говорю, а мама вам выбирала мужа? Она так посмеялась, сказала нет. Но на самом деле это неправда. Знаете почему? Потому что если бы мама хотела, она бы сказала нет, и она бы ничего с этим не сделала. Согласны? То есть если бы мама посчитала этого парня неподходящим, она бы сделала все, чтобы она замуж за него не вышла.
поверьте моему опыту. И то, что мама промолчала, и то, что мама сказала свое твердое «да», говорит лишь о том, что мама была не против. А не потому, что мама сказала «делай, как хочешь, дочка». Поэтому Алене в этом смысле повезло. Мама просто была не против. Потому что если бы мама была против, она бы сделала все, чтобы либо свадьба бы не состоялась, либо чтобы этот брак превратился в ад. Что мы торжественно видим в нашей с вами жизни. Просто потому, что мама против. И очень часто, знаете, как возникает? Ну, представьте себе, что есть такая Маша, и есть дочка, и есть муж. Женщина любит мужа, но мама, естественно, была против, и у них там симбиотическая связь. И ко мне обращается клиентка, естественно, в жутком невротическом расстройстве, потому что она разрывается между двух огней. Она хочет быть с мужем и хочет слушать маму. И получается огромный разрыв. Мама говорит, как правильно и как неправильно, и надо ее слушать, чтобы не быть плохой. Муж говорит, пошли ты ее нахуй, я больше так не могу. И вот это начинается перетягивание канатов, и жизнь человека превращается в ад. В прямом и переносном смысле. Дома ругань, с мужем ругань, мама спекулирует виной и самочувствием, и эта клиентка приходит, говорит, я уже не знаю, что делать, давайте их двоих завалим, блядь. И это, к сожалению, это реалии. Это не какие-то, знаете, вымыслы, байки, теоретические рассказы в институтах. Это реалии, с которыми я сталкиваюсь каждый день.